Более 50 лет Виталий Смирнов посвятил развитию спорта высших достижений. Трудился в Международном олимпийском комитете, на руководящих должностях в Комитете по физической культуре и спорту, при Совете министров СССР и РСФСР. Затем возглавил Олимпийский комитет России. Принимал активное участие в подготовке и проведении зимних игр 2014 года в Сочи. Сочи как объект попал в строящиеся объекты Московской Олимпиады. Потому что положение с тренировками для экс-менов было очень сложно на юге, только в Севастополе. Появление сочинского центра, парусного центра, сыграло очень большое значение, очень большую роль для развития парусного спорта в нашей стране. Руководителям спортивных школ и тренерскому составу представилась уникальная возможность перенять знания и опыт, необходимые для развития детского и юношеского спорта в городе. На территории Сочи расположено 27 спортивных школ, из них 4 носят статус школы Олимпийского резерва. В Сочи на сегодняшний день культивируется 117 видов спорта, из них 82 олимпийских вида спорта. Всего у нас в городе занимаются 22 тысячи детей. Виталий Смирнов ответил на вопросы представителей спортивных учреждений, рассказал об истории олимпийского движения в России. В завершении встречи для гостя провели экскурсию по музею спортивной славы Сочи.